Забавный эпизод случился в матче New York Rangers против Florida Panthers, но обо всем по порядку. Итак, в Нью-Йорке Рейнджеры принимали Флориду Пантерс. Во втором периоде, когда Нью-Йорк играл в большинстве, Артемий Панарин пасом из своей зоны нашел Строума, который, в свою очередь, классной передачей нашел на дальней штанге Криса Крайдера. И Крис Крайдер в очередной раз не подвел и ловко подставил клюшку и забил гол. В третьем периоде Нью-Йорк Рейнджерс опять играли в большинстве, и в очередной раз Артемий Панарин нашел пасом своего партнера. В этот раз пас был не таким изящным, он просто пропихнул шайбу вдоль ворот. А далее Зибаниджад с Крисом Крайдером сделали перепасовку, и Крис Крайдер опять выскочил на дальний угол и замкнул передачу Зибаниджада. И это был второй пас Панарина в этом матче и второй гол Криса Крайдера в этом матче. Собственно, отсюда курьезный момент и случился, который произошел далее. Флорида Пантерс сняли вратаря, и когда они играли с пустыми воротами, Артемий Панарин перехватил шайбу и уже, будучи в средней зоне, искал пасом Криса Крайдера, который вроде как сначала набегал, но потом Крис Крайдер развернулся, и Панарин забил в итоге сам и ехал, предъявлял, мол, куда ты уехал, что происходит? Я тут тебе хитрик рисую, а ты сбежал. В итоге Артемий набрал 3 очка, Нью-Йорк победил. Поздравляем Артемия с очередным классным матчем. Всем успехов!